Нас лякали вимкненням світла, і от сьогодні це стало реальністю. Пояснюю двома причинами. Ремонтують третій блок Запорізької АЕС. Ну і в Україні бракує вугілля, звісно. На кордоні з Росією вже 5 днів заблоковані 200 вагонів із вугіллям, яке їхало до нас. Причину Москві не пояснюють, чи справді в Україні є проблеми з паливом та чим це загрожує, з'ясовувала наша схвильована Маша Себова. Ужины при свечах, ночи в пуховиках и возвращение буржуйки. Вот она, вероятная перспектива ближайшей зимы. 5 надзвичайно важких місяців, де не буде вистачати електрики, де буде постійно виключатися електрика на великих територіях. Представьте, что свет отключили в целой области, а потом в соседней и еще в одной. Выглядит как неудачная страшилка, но слухи о верных отключениях электроэнергии, которые сначала громко опровергали, уже реальность. Вот, к примеру, Киевэнерго уже порадовала. Свет обещают отключать по графику. Ну, пока вроде как на 2 часа в день и только на предприятиях. То же самое объявили на Закарпатье и в Запорожье, а все из-за того, что в Украине вот-вот закончится уголь. После начала боевых действий на Востоке больше половины шахт оказались за пределами досягаемости, поэтому уголь пришлось искать за границей. Сначала правительство решило завозить топливо из далекой ЮАР, но африканский контракт быстро расторгли. Пришлось заключать договор с ближайшим, но не самым доброжелательным соседом – Россией. Но и та в последний момент подвела. Неделю назад я побывала на Трипольской ТЭС и, по иронии судьбы, видела последнюю партию угля, которая пришла из России. Вот он, тот самый российский уголь, который до последнего не хотели заказывать. Ждет разгрузки. Рядом лежит гора топлива, готового идти в котел. Тут 98 тысяч тонн. Мне объяснили, эта кучка должна обеспечить месяц работы станции. В этом зале производится электроэнергия на целых 3 области. И за 45 лет работа здесь не прекращалась, потому что угля всегда хватало. Но хватит ли его сейчас? Все годы независимости здесь использовали уголь с Донбасса. Теперь второй раз за всю историю приходится кидать в печь чужое топливо. Вот сейчас на 4-м блоке у нас горит вугілля з ЮАР. Никто не відчуває, никто не знает. Воно все чорного кольору. Неделю назад здесь работали в штатном режиме и даже не подозревали о скорых проблемах. Мы в стрессовой ситуации по поставках вугілля не прогнозую. О прекращении поставок Россия даже не предупредила. Но вот этот эшелон, приход которого я застала, оказался последним. Отсутствие угля грозит украинцам не только отключениями света. Без тепла могут остаться больницы, садики, школы и целые села, которые топят углем. Зрозуміло, что будут мерзнуть не только население, а будут запинятись предприятия. И тут я выясняю, что на украинских шахтах остался уголь, который не используют. Причем на освобожденных территориях Донбасса его просто не вывозят. Причина банальна, не вистачає морохому транспорту залізничних вагонів. В той же час мені не зрозуміло. В районе Дебальцево стоит 205 вагонов с вугілем на свободной территории, которая не вывозится и раскрадается. Как же так? Мы готовы были везти уголь из ЮАР, а здесь? Эти вагоны находятся в зоне АТО. И те люди, которые контролируют эту зону, выгодно красть это вугілля и развозить его в мешках по всей территории Украины. Мне обещали все объяснить в Минэнерго, но как только поставки прекратились, от интервью категорически отказались. Не хочу я мерзнуть, но разве есть альтернатива углю? Оказалось, только газ или мазут. Но мало того, что это почти в 3 раза дороже, так газ еще и в любой момент могут перекрыть. Готовиться к такому исходу надо было заранее, говорят эксперты. Вот как это уникальное село Северинова в Винницкой области, которое нашел мой коллега Максим Узал. Они были готовы еще летом. Заманы страшно. Тут уже 6 лет как перешли на альтернативные источники. Дрова поставили специальные котлы и топят школу, садик и санаторий. Может працювати как и на вугілі, так и на дровах. Використовуємо також щепу. И что самое цікаво, что в нем можно спалить будь-який сміття. Это впечатляет, но в Северіновці еще и не такое придумали. Тепло качают прямо из земли. Это є той тепловий насос, за который мы говорили. Каким оплачивается примещение нашей амбулатории? Это как бы холодильник, но наоборот. Он тянет холод из земли и вот в этом ящике превращает его в тепло.
У Болгарии батареи взагалі немає, ни одной. Хотелось бы сказать, берите пример, но уже поздновато. Остается ждать, что наше правительство все-таки договорится о поставках угля. Тем более буквально вчера профильный министр заявил. Импорт российского угля сейчас осуществляется с определенными проблемами. Какая-то часть угольной продукции отправляется, какая-то часть тормозится без причин. Скажем так, осуществляется неритмично. Но я бы не доверяла перепадам русского настроения. Так что запасаемся теплой одеждой, а кому повезло, с печкой, дровами.